Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним упражнение под номером 80. Прочитаем задание. Какие признаки текста не обозначены в схеме? Дополните схему нужными компонентами. Расскажите о тексте по схеме рисунку. Итак, вот наша схема из учебника. Мы видим, что здесь отсутствует три компонента. Давайте посмотрим, какие это должны быть компоненты. Начальное предложение, связь предложений между собой – информативность. Итак, о тексте по схеме рисунка мы можем рассказать следующее, что в тексте центральным является замысел, которому подчинена тема и основная мысль. Тема у нас должна быть выражена в начальном предложении, далее все предложения должны быть связаны между собой, текст у нас должен быть информативный, и конечное предложение также должно выражать тему и по возможности основную мысль. Все это должно быть подчинено общему замыслу. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале, а если у вас есть вопросы, задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.